Итак, еще одна прицеп-палатка Жамет, но на этот раз модель не Техас, а модель Аризона. Значит, ну, опять-таки классическая прицеп-палатка. Единственное, конечно, размер зоны непосредственно отдыха очень большой. Еще одна дверка. Значит, вот такая вот огромная зона отдыха, где можно разместить столики, стулья и все прочее. Выносная кухонка с моечкой, с плитой, с тремя конфорками, с местами для хранения. Ну и непосредственно сама прицеп-палатка. Значит, вот такая спальная зона. Значит, с камерами противомоскитными с двух сторон. Две полноценные кровати. Причем вот это вот тоже полезная площадь. Вот это вот. Потому что пристегивается вот здесь вот замочком. То есть все это расширяется. Ну да, хороший. На 2,5 спальной кровати. Вот. Все эти шторки снабжены москитками и экранами солнцезащитными. Вот так.